Спонсор прогноза погоды «Трофей» – сеть магазинов товаров для рыбалки, охоты и туризма. А твои дети умеют ставить палатку? Хочешь научить их? «Трофей» объявляет розыгрыш отличных призов для активного отдыха. Участвуй в конкурсе репостов и выиграй палатку. Подробности на странице сети магазинов «Трофей» ВКонтакте. Какая погода ожидает вас днем 21 июня, расскажу вам я, Юлия Гадар. Грозы во всех городах края, кроме Славгорода. Здесь грома и молнии не ожидается, но ливневых дождей не избежать. Температура слегка понизится. Сейчас расскажу подробнее. Плюс 24 в Тальменке, 26 градусов выше нуля в Алейске, 27 в Камне-на-Оби. На градус выше 28 в Заринске и Змеиногорске, 29 в Белокурихе. 30 градусов жары в Кулунде и Рубцовске, плюс 1, 31 в Бийске. В краевой столице ясно только ночью. Днем дожди, грозы, ветер западный 7 метров в секунду и жара плюс 30. О погоде это все. Переменчивая погода хороша тем, что может порадовать и любителей дождей, и солнца. Пусть перемены в вашей жизни будут только к лучшему. Всего доброго. До свидания.